Итак, друзья, всем привет! Сегодня 15 февраля 2021 года. Сегодня, друзья, у нас третий день чистки снега. Сегодня мы работаем вместе с Мишей. Миша прибыл. В общем, что, фронт работы такой же. Также мы очищаем наши ряды. Осталось совсем немного, фактически. За два дня я прилично тоже убрал. Сегодня убрали мы здесь вот два небольших ряда. Здесь ряд. Ну, сейчас убираем вот здесь вот, идет тоже спаренный ряд. Крышка там виднеется. В общем, сейчас мы будем убирать. И еще там наверху будем подправлять. Там крышки остались в снегу, но проходы я все почистил. Ну, как будем работать, будем показывать. Миша сегодня у меня будет на снегоуборщике. Ну, в принципе, мы с ним меняемся. Работаем попеременно. И лопатой, и он лопатой, и я лопатой, и снегоуборщик, и я, и он. Ну, в общем, давай, заводи, Миша, и вперед. На пятой скорости неплохо он ездит. Она первая и очень медленно. Первая она предназначена больше для кидания снега. Иногда приходится вот именно поднимать немного снегоуборщик, иначе он не идет. Но потом повторно будем проходить, и остатки снега хорошо выбрасывают потом. Вот смотрите, друзья, часто такое можно наблюдать, где вот находилась крышка. Тут видите гнездо. Гнездо мышек. Вот так вот они тут зимуют под крышками. Да, еще, друзья, хотел бы что сказать. Вот когда мы
снег почистим. И вот под крышками бывает, вот видите, здесь вот земля. Она вымерзла, такая как бы сухая. И этой землей мы потом будем чернить снег. В общем, разбрасывать везде снег, лопатой прихватывать и разбрасывать. Ну, это будет в дальнейшем. Ну, в общем, что, ребята, тачок мы почистили. Сейчас вот осталось что у нас? Последний штрих, как говорится. Ну, может быть, его и не надо было делать, но мы все-таки решили сделать. Решили почернить снег, ну мало ли что, вдруг будет солнце и какой-то снег будет у нас таять и садиться, кто его знает. Ну а так, конечно, мы рассчитываем, что естественно у нас на Урале еще и будут снегопады, это не без этого все равно. Ну максимум, может быть, где-то 20 сантиметров, может, за все время еще выпадет снег. Но это капля в море, скажем, капля в море. Там уже будет проще пройтись, допустим, по рядам снегоуборщикам. Вот Миша раскидывает вот таким образом, где мы в основном складывали снег, потому что через забор все, снегоуборщик не может перекидать. Ну, о том, что снег, если выпадет, это ничего страшного. Там нам придется просто пройтись по рядам, и потом вот, который попадет на крышки снег, мы его будем лопатой брать и вот в кучку сюда вот, где вот у нас получается здесь, куда мы складываем снег. И все, это будет проще. И еще ответ на комментарий был такой. Не один комментарий такой был, примерно. Ну, рано чистите, вроде как бы рано чистите снег на тачке. Рано. Ну, сейчас, друзья, я вам еще историю одну расскажу. Насчет того, что рано, не рано мы чистим снег на тачке. Раньше, когда мы водили пчел, не было у нас снегоуборщика. И, в общем, когда мы выставляли пчел своих, ну, обычно выставляли всегда, ну, в конце марта, на начало апреля. В общем, в зимовниках поднималась температура, двери были открыты полностью, пчелы на свет вылетали, потому что днем тоже нельзя было закрыть двери в зимовниках, чтобы там темно было. В общем, пчела терялась, что делать? Мы экстренно собирались лопатами. Все приходили сюда и чистили тачок вручную. Мы просто откапывали фактически крышки и небольшой проход, чтобы можно было ногами пройти. Это было экстренно. В конце марта откапывали. Дело-то в том, что, друзья, когда мы тачок почистим, мы раньше никого не нанимали, чтобы помочь нам выставить свои пчелосемьи из зимовника. У нас уже после этого тачка уже болели все руки, спина отваливалась. А нам еще нужно было выставить своих пчел. И в экстренном порядке, потому что на улице уже тепло, тает, пчелы вылетают из зимовника. И вот таким образом это было очень и очень тяжело. Очистить тачок и плюс к тому же потом выставить свои пчелосемьи. И еще был комментарий, то, что вот зачем вы, почему вы не весь снег убираете с тачка. Да, друзья, нам весь снег фактически тут нереально просто убрать. Вот эти, у нас здесь минимум 50 сантиметров было. Вот, показываю. И этот снег перебросать просто невозможно. Снегоуборщик не может бросать так далеко снег. Ну, в общем, что насчет этого комментария, что типа вот придет оттепель, в проходах будет как бы снега не будет в проходах, а этот снег будет таять. Будет таять снег, и что получится? Здесь получится грязь, слякоть, просто невозможно будет пройти, тем более выставлять свои пчелосемьи. Да, друзья, я с этим согласен. Это было такое, помню, было, выставляли мы таким образом. Но сейчас у нас планы, сейчас на своей пасеке поменялись, мы делаем уже по-другому. Мы не ждем, когда начнется бурное таяние, не ждем, когда из зимовника начнут выкучиваться наши пчелы, вылетать. Мы все это делаем намного раньше. Можно сказать, и за неделю, и за две раньше выставляем свои пчелосемьи. Пока что можно проехать на тележке, грязи нет, пчелы в зимовнике особо не выскакивают, не вылетают, но
мы делаем раннюю выставку. Вот и все, друзья. Вот и все. Вот смотри, ты еще ответить хочу добавить по поводу комментария, почему рано мы откапываем это вот это пасеку. Потому что крышка, смотрите, какая крышка. Да, правильно Миша заметил. Надо откопать пораньше, когда... чтобы вот это все как можно раньше ставило и обсохла крышка. Да, все верно. Таким образом мы тоже, вот, как Миша сказал, когда мы откопаем, это все тает. И еще что делаем? Порой даже ставим крышка на крышку вот такими стопами. Я не знаю, может быть, вы раньше видели, не видели на моем канале. Но потом, позднее, когда таяние начнется, мы бывает, что крышки ставим друг на друга по несколько штук. И они у нас буквально в течение пару дней полностью высыхают, вся изморозь стает, и крышки делаются сухие. А то, что если, вот, допустим, сейчас бы мы откопали, а завтра выставлять, ну как, видите сами, столько изморози под крышкой, мы просто не будем этого делать. Ну а так, друзья, кому, если была интересна моя информация по чистке нашего тачка, не забываем поставить лайк, поддержите. Вам, друзья, это не сложно, а нам это приятно. Ну а так, на этом видео свое заканчиваем. Кто не подписался, друзья, подписывайтесь, жмите внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи, пока-пока.